В горящую избу, в глубокий водоем, не боясь опасности и ни секунды не сомневаясь. Это все про детей с храбрым сердцем. В Доме правительства сегодня чествовали маленьких спасателей из большой буквы. Президент, по моему представлению, подписал указ о награждении медалью за спасение погибавших. Кирилл, 15 лет, уже государственную награду Российской Федерации имеет. Кирилл Блинов, ученик 9 класса Хазанкинской школы Красночитайского района, спас тонущую девочку. Случилось это летом 2016 года. Приезжий мужчина отдыхал на пруду с двумя дочерьми. Когда он с младшей девочкой катался на катамаране, старшая плавала в пруду. И вдруг ей стало плохо. Мужчина ринулся спасать ребенка, но ни спастись не смог. Доплыл, вытащил ее и поплыли на берег. Потом она же сказала, что там ее отец утонул. И на следующий день я помог водолазам найти тело отца. Про поступок каждого из этих детей можно писать книгу. Каждая история – эталон мужества, храбрости и взаимопомощи. Дима Степанов из Комсомольского района вывел из горящего дома пожилую женщину. Дом изнутри был закрыт. Мы с ломом дверь сломали, и бабушку вывели. Она сама не чувствовала. Спала. А спала вообще, да? А как ты не побоялся? Горящий дом здесь. Страха не было. Да? Дом же может и крыша обрушиться, и стены могут обрушиться. Это же практически вот риск, ответственный такой шаг, что идешь на смерть, по сути дела. Я не чувствовал страха. Не обошлось без слов благодарности и в адрес родителей и учителей. Ведь они воспитывают самых настоящих мужчин. Михаил Игнатьев вручил ребятам часы, а Кирилл Блинов скоро поедет в Москву. Там его ждет медаль за спасение погибавших. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика.